Товарищ судья, команда Видновской гимназии из 4 человек прибыла. Докладывал командир команды Яценко Николай. Рапорт принято, строй. Стройными рядами участники отрядов ЮИТ из школы Ленинского округа маршируют к сотруднику Министерства внутренних дел Алексею Букину для отчета о прибытии на торжественное мероприятие. Помимо поздравлений, ребят ждали экзамены на знание ПДД и медицины. Друг друга поддерживайте, друг другу помогайте. А мы, судьи, я думаю, что доставим вам тоже удовольствие для того, чтобы вы получили хорошие оценки. С 8 лет Ростислав Горяинов постигает правила дорожного движения и изучает основы безопасности жизнедеятельности. Он признается, вступил в отряды ЮИТ, так как в будущем планирует водить автомобиль. Ростислав рассказал, что ждет его на первом экзамене по медицине. Если, допустим, сломали руку, мы там подручно должны сделать из косынки, из бинта гипс. Очень сильно волнуюсь. Команде Видновской школы на медицинской практике досталось задание под названием «Повязка на затылок». Участникам необходимо было озвучить план действий, после чего осуществить перевязку. В конце комиссия задала команде дополнительный вопрос. Да. А кровотечение какое у нас бывает? Артериальное, капиллярное и венозное. Да. Непростым этапом оказалась велотрасса с ограждениями и дорожными знаками, по которой экзаменуемым необходимо было проехать с учетом всех правил, не задев ни одного препятствия. Вера Макеева состоит в отряде ЮИТ 2 года и, тем не менее, волнуется. Задание было проехать по полосе и не задеть банки. Я жду того, что хотя бы все не провалю, но хотя бы что-то сделаю хорошо. Также каждая команда представила сценки на тему важности правил дорожного движения. Папа, пристегни ремень, не возись со стеснением. Ты же правила учил или все уже забыл? Победителями слета юных инспекторов движения стали учащиеся Видновской гимназии и Бутовской школы номер 2, разделившие первое место. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.